В этом году в конкурсе «Лидеры России» появилось несколько специализаций. Одно из них – здравоохранение. Главный врач Республиканской клинической офтальмологической больницы Дмитрий Арсютов занял второе место в рейтинге и вошел в десятку суперфиналистов. Практикующий хирург. Он уже 10 лет руководит офтальмологической клиникой на Южном поселке. По его словам, участвовать или нет в конкурсе даже не было сомнений. Решение было принято безоговорочное. Много сил и времени Дмитрий Арсютов вложил в социальный проект «Здоровое зрение». Реализовать его в школах и детских садах помогли коллеги и волонтеры. Теперь там работают 28 пунктов охраны зрения. Аспект раннего профилактического лечения и, самое главное, методического пособия, да, так сказать, которое мы даем детям на тех этапах, когда это еще может привести к неразвитию болезни, да, на этапах формирования близорукости, я считаю, что очень серьезная работа. За отборочным туром – очный этап. Он предполагал решение различных кейсов. По словам самого Дмитрия Геннадьевича, ему помог многолетний опыт управленца. Естественно, многие из предложенных заданий были решены уже полно или частично на местах, в том числе и в нашем учреждении. Мы имеем большой опыт неких новаторств, которые позволяют нашему коллективу и, в принципе, нашей специальности офтальмологии быть где-то, наверное, на полшага впереди. Большое внимание в клинике уделяют модернизации оборудования. Правильная диагностика помогает вовремя начать лечение и вернуть зрение. Его очень отличное качество – это быть первым во всем. Это касается и операции, это касается общественной жизни. Он заряжает нас своей энергией, позитивом, энтузиазмом. Напомним, что всего в этом году для участия в конкурсе «Лидеры России» подали заявки более 9 тысяч управленцев. Дмитрий Арсютов будет представлять Чувашскую республику в суперфинале конкурса, который пройдет в конце марта в Сочи. Богдана Дойникова, Андрей Шоклев, Республика.